Добрый день, дорогие подписчики! Сегодня у нас на видеообзоре классные санки-коляски фирмы Galaxy. Моделька называется Galaxy Kids 1.2. В наличии разные цвета, все возможные расцветочки, которые вы можете заказать, можете посмотреть на нашем сайте, либо написать мне в WhatsApp, я вам обязательно отвечу. Давайте посмотрим. Во-первых, очень хорошо опускается козырек. Здесь у вас такая меховушечка, очень красивая, прям для зимы. Прикольная расцветка, Скандинавия. Здесь у вас есть смотровое окошко, чтобы вы могли подглядеть за своим малышом. Плотно закрывается на липучке. Также очень длинная москитная дождевик. Прям очень длинный дождевичок, который у вас крепится по бокам. Сейчас найдем. Вот тут пуговка, просто закрепляете, чтобы никаких дырок не оставалось, чтобы ветер не надул. Если хотите открыть, чтобы ребенок подышал свежим воздухом, отсоединяете и закрепляете уже, получается, сверху, вот на эту пуговку. Если дождевик вообще не нужен, в любой момент можно его отсоединить. Поехали дальше. Смотрим, что у вас есть здесь. Очень широкое просторное спальное место, в принципе, как и в любых саночек. Есть вот такой матрасик в комплекте, мягенький, тепленький. Можно его снять, застернуть, либо постелить. Пятиточные ремни безопасности, накладки на плечики, межпаховая накладочка присутствует. Также во всех почти саночках есть вот этот бампер. Ограничитель для ребенка, чтобы ребенок мог держаться за него. Очень удобная вещь. Накидка на ножке длинная, с отворотом, тоже есть мех, можно закрепить вот в таком состоянии. Можете стегнуть по бокам и достать своего малыша. Здесь, если что, у вас есть липучка, которая полностью закрывает ребенку ножки, никаких дырок нигде не остается, малышу будет тепло. А полностью снимается она у вас по бокам. Подножка у вас идет просиликоненная. Если вдруг ребенок запачкает ногами вам ее, в любой момент все спокойно можно протереть. Поднимается при помощи обычной железяки, поднимается, либо опускается. Все легко и просто. Дальше. В комплекте у вас идет вот такая сумка для мамы, цвет саночек и вот такие варежки, утепленные. Спинка механическая, поднимается при помощи рычажочка. Натягиваете рычажочек и поднимаете. Три уровня наклона у нее идет. Сидя, лежа, либо полулежа. Материал здесь плотный, качественный. Вашему малышу 100% будет тепло. Что касается перехода на полозик. Смотрите, ногой поднимаете, они у вас падают. До конца фиксируете, вот они у вас уже будут стоять. Точнее, будут ехать на полозик. Чуть-чуть наверх. Сюда нажали, вы уже поедете на колесиках. Колеса у вас идут прорезиненные, это Ева-пена, прям мягкие, гнущиеся, малыша сильно трясти не будет. Эти колеса пластиковые, через дорогу в основном перебегают на этих колесах, а на этих ездят именно по слякоти. Полозья толстые, ехать будете хорошо. Теперь, смотрите, у этой модельки есть вот такие ручки, за которые очень удобно держать и крутить санки. То есть вы как будто управляете машиной. Как перекидываются эти ручки? Натягиваем два рычажочка, вот эти вот, и перекидываем в эту сторону. Теперь вы едете и смотрите на своего малыша. Вам очень удобно и комфортно, вы его видите. Но сразу всем говорю, резко на поребрик вот так заезжать ни в коем случае нельзя. Усиления в раме нету в этом состоянии. Подставляете ножку, вот, они у вас уже облокачиваются, получается. Опять нажимаем два рычажочка, перекидываем в эту сторону обратно. Оп. Оп. Что касается складывания санок полностью. Смотрите, мы с вами опускаем положение лежа, спинку. Вот вы опустили, делаете еще ниже уровня, прям ниже уровня, и поднимаете два клапана. Раз и два. Саночки самостоятельно падают. Вот так они будут выглядеть в сложенном виде. Ну а мы ждем вас за покупками. Приходите к нам в магазин, либо переходите на наш сайт. И всем пока-пока!